Так, ну что, все очень удачно заскочили. И одна сходня только брынькс. И все, и колесо висит там. Так, Коль, ну вот сходни. Вот еще одна лежит. Не крашеные такие, по-быстрому сваренные. Труба 25 на 50. Это со строительных лесов перемычки. Тут вот не хватало, добавлял. Здесь вроде хватало. А нет, тоже добавлял. Вот такие вот дела. С одной стороны ничего нету, с другой стороны уголок маленький такой. Чтоб цеплялся там забор тоже 2,5 на 2,5. Вот его либо цепляю за прицеп, либо его в землю, когда заезжаю, он такой залазит одним ребром, чтобы они не съезжали. И все. Сначала был, поварил просто арматуру поперек. И все равно он скользается, он не заезжает по ней. Или гуще надо было варить. Или же вот тоже взял такое решение. Поперек вот так вот добавил, и все, начал он заезжать. Заезжает, значит, вот так вот он у меня стоит трубами вот этими вверх. Колесо не дает сползти с них. Вот такие дела. И все. 1,58 м сейчас померил, ровно сделал, потому что прицеп у меня 1,60 м. Ну так, чтобы вот трактором заехал, их под трактор засунул. Они не тяжелые. Под трактор засунул, и чтобы борт закрывался, сделал 1,58 м. Да, забыл сказать, шириной я их сделал понаружи. Да я не знаю, произвольно делал. Вообще тут ни к чему не привязан. Тут 29 внутри, 34 снаружи. Так, примерно прикинул, какие куски были, обрезки. Чтобы они вроде, этот самый, арматура, да и все. И капец. Сделал так. Мне хватает. Колесо у нас 15 шириной, да, жигулевское. Ну, я имею в виду вот такое, по диску, если мерить. Ну, также же примерно и по резине. Вот. Поэтому 15, ну, почти, будем говорить, половина, да. То есть, если колесо заезжает, то 5 сантимов сюда, там, или 6 туда-сюда. Ну, хотя бы, чтобы уже не по узкой заезжать, вот более-менее. Как-то так. Так. Насыпали кучу. Сзади вот площадка для меня, чтоб не ходить пешком туда. Вот. Едем высыпать. И она такая низенькая. Вот стал и все. И противовес заодно. Едем. Вот этот прицеп, он заскакивает 1,60 м запросто. Это прицеп с кислородом. Вот. Там прицеп самодельный. Вот такие дела. Лентяечку поставил на руль. Очень помогает. Высыпаем вот сюда на кучу. Здесь щиток, дальше сходни. По сходням заезжает аж на кучу. Не, надо встать будет назад, либо чуть с разгончика. Ну, вот здесь килограмм 120, наверное, примерно, может, 150. Хорош. Вот. А я вот так отстегиваю, переворачиваю. А сходни вот они с арматуры, и весь отсев просыпается. Давай.
Вот такие дела. А потом только вот таким образом берется, поднимается и ставится на место. Они вот засыпались. И они куча чуть выше насыпается. Выше, выше, выше. И так до самого-самого. Вот, как-то так. Очень удобно. Вообще капец как удобно. И так вот мы насыпали кучу вот эту до самого-самого. Все, поехали. И площадка, кстати, вообще шикардос. За сиденье он держит, придерживается. Вот такие дела. Привет! Вот здесь бассейн будет стоять на этом месте. Поэтому надо все это дело убрать. Вот, как-то так. Это помощники вот уже набрали ведра, хотят бассейн, чтоб побыстрее. Набрали, высыпай. Давай, высыпай. Давай. Ой, Риточка, помогай ей, ей тяжело. Все. Ну, скорее, Риточка. Быстрее, быстрее кучу просто хотят убрать. Все, пыль, уходите, уходите. Как-то так. Аску. О, все выше и выше. Опа. Ну вот по этим самым по сходням скользит и просыпается. О. Так, ну что, все очень удачно заскочили. И одна сходня только брынкс. И все, и колесо висит там. Балка до упора здесь качнула. В общем, что? Шплинты достали. Сейчас тракторок попробуем сдать назад полностью, чтобы вот это колесо перескочило обратно. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Тяга, тяга пойдет. Сейчас я остановлюсь на площадку для противовеса и пробуем сдавать назад. Что получится, не знаю. Поэтому камеру на штатив. Спасательная операция. Это я прозевал. Видать, на краю стояло. Надо было чуть подвинуть, когда здесь, здесь поднимал. Вот, как-то так. Ну, пробуем. Давай, назад. Оно вдавило. Вот такие вот дела, мужики. Спокойно из-за такой глубокой ямищи. Сейчас пристегнем ковш. И все. Нормалек. Все выше и выше. Давай назад. Вот и все,
ученция перевезена. Вот, как-то так. Щит убрал, сходни убрал. Очень помогают сходни. Прям заезжаешь туда. Высыпал, высыпал. Не, ну вершить. Куда еще вершить? И так он шифер ставлю, чтобы не расползалась куча. Как-то так. Вот так все просто.